Оппозиция Армении рассчитывала, что ей удастся объединить главные силы и пойти на выборы, если не единым фронтом, то хотя бы несколькими крупными блоками. Однако ее постигло разочарование. Как передает канал 13, об этом пишет армянская газета «Грапарат». Многие оппозиционеры раздосадованы тем, что крупного объединения не получилось. Более того, может сорваться и малое. В ходе кулуарных обсуждений они называют имена главных виновников необъединения – Сержа Саргсяна и Роберта Кочеряна. Поговаривают, что они больше борются друг с другом, нежели с Николом Пашиняном. Между тем, если бы они забыли о разногласиях и объединились, Пашиняну пришлось бы туго, отмечает издание. Газета подчеркивает, что Саргсян не особо претендует на власть, скорее пытается решить вопросы своей политической команды, однако делает все, чтобы и Кочерян не пошел во власть. Что касается Кочеряна, то у него много неоправданных амбиций. Он не хочет ни с кем компромиссов и полагает, что должен быть доминантной и единоличной составлять список. Именно поэтому многие политические силы, готовые объединиться с Кочеряном, в том числе дашнаки, начали колебаться. Они не хотят быть последним вагоном, а такой раскол оппозиции только на руку Пашиняну, пишет Грапарат.